С вами я, питерский обзор игры. Сегодня мы играем в игру Майнкрафт. Да, это приключение в деревне жителей. Сейчас я устроюсь работу фермером. Для этого нам нужно, чтобы быть фермером. Сейчас скажу, что. Нужно нам сделать, короче, вот такую перегородку. Давайте ее сделаем по-бырому. Это будет наша ферма. Давайте возьмем семена хлеба и моркови. А вот тут будет земля. Ну вот такая вот земля, короче, будет. И, кстати, я реально решил устроиться на работу в деревне жителей. Это очень круто, что я наконец-то смог это сделать. Мы будем работать в игре Майнкрафт. Так, давайте теперь, знаете, что сделаем? Нам нужно пару семян взять и костной муки. Ну, вот столько будет достаточно, думаю. А семена будут, даже не знаю, какие-то такие, что ли. Допустим, давайте, знаете, какие возьмем? Вот такие хватит нам, думаю. Давайте войдем в креатив. Ой, выживание. Так. Гейм-мод. Гейм-мод 0, как всегда. Давайте пахать. Спахаем этот участок. Надеюсь, довольно-таки быстро. Вот, мы его вспахали. И давайте посадим семена. Ой. Извините, давайте, знаете, блин. Да почему мы туда улетели? Да почему? Да скажите, блин, а? Да блин. Да... Давайте, знаете, как сделаем? Короче, не суть, давайте легкую сложность сделаем. И, короче, знаете, как сделаем? Войдем на нашу ферму, а то у нас что-то мы там умерли. И вот, блин, поставили спаунпоинт там, ну что это такое, скажите мне, пожалуйста. Да что это такое? Ну вот это вот уже другое дело. Давайте все тут спахаем. Земля. И давайте, знаете что, посадим тут все. Все надо посадить. Да что это такое? Вот тут ряд будет морковки. И тут тоже. И там тоже будет ряд морковки. А тут будет ряд тоже каких-то семян, не знаю, картошки что ли. А вот здесь вот будет ряд семян хлеба, короче. А, или нет, я не знаю, не разбираюсь, короче, я в этом. Давайте тут будет ряд вот этого. А тут, допустим, будет ряд даже не знаю чего. Давайте вот этого будет картохи. А то не знаю чего, пшеница, что-то. Давайте тут. Что-то не получилось. Давайте, короче, знаете, как сделаем? Чуть-чуть, скажем так, по-другому сделаем. Тут заделаем, там заделаем. Блин, немного не то я, короче, сделаю, не суть давать. Давайте, короче, войдем в выживание. И тут вот мы поставим вот это. Блин, что за... Что за фигня? Да блин. Ладно, давайте вот эту фигню поставим, короче. Ладно, короче, не суть, давайте, блин.
блин, да чё за фигня, блин, а? Чё за фигня, блин, было? Какая-то фигня произошла. А почему нас вообще телепортируют, не понять куда? Напишите в комментариях, пожалуйста. Вот такая работа у меня в деревне жителей. Я работаю фермером. Давайте тут все вспахаем, короче. Пахать будем. Вот так вот пахаем. Ой. Ну да, пахаем, короче. И давайте возьмем костную муку. Она нам пригодится, блин. Да это тоже пахать, ну все. Короче, не суть. Давайте возьмем костную муку. И все вырастим как следует. Это, по-моему, пшеница, походу. Это морковь. Да, это морковь. Ну вот тут столько семян всяких. Это вот так вот такая вот ферма наша. Неплохая. Мы, кстати, скрафтим хлеб. И вот так вот мы будем жить, кстати, в Майнкрафте. Это вот урожай. У нас хлеб есть. Еще разные штучки. Морковка. Ну, картошка, ну это пшеница вообще, картошка, ну куча всего, давайте все это дело соберем. Тут столько всего есть вообще, это нам пригодится уж точно. Вот так вот мы все вырастили, довольно-таки неплохо мы тут все вырастили. Морковка есть, и, кстати, можно проголодаться чуть-чуть. Давайте тут жителям поможем чуть вырастить все. Вот у них пшеница растет. Вот костная мука есть, и давайте пойдем, даже не знаю, к жителям. И скрафтим хлеб. Так, а у них вот вообще есть верстак? Мне очень интересно. Напишите в комментариях, если да. Если нет, то нет. Так, давайте мы переночуем у жителей на время. И, кстати, давайте, знаете, что возьмем? Какую-нибудь вещь крутую. Ну, давайте верстак для начала возьмем. И думаю, чтобы тут веселее жить было. Кровать, допустим. Кровать и картина. Вот еда наша на первое время хватит, думаю. Наше питание. Довольно-таки неплохое. Вот верстак, допустим, тут будет стоять. Кроватка будет. Ой, кровать, точнее. Ну, скажем так, здесь, ой, ну, вот здесь я сказал. И картина будет, допустим, вот тут. Довольно-таки неплохой вид у нас. Ну, мы переночуем у жителей 3 ночи, нет, 5 ночей переночуем. Пару ночей переночуем, короче, давайте спать. И думаю, на сегодня все. Вот такие были приключения в деревне. Кому понравилось, жмите лайк, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Думаю, что на этом все. Всем пока. Вы были на канале Питерский обзор игр и награды в Майнкрафт. Приключения в деревне жителей. Всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. На этом все. До новых встреч. Увидимся в следующем видео. Всем пока.